Для обеспечения бесперебойного функционирования автоматизированной системы ГАЗ-выборы в Краснодарском крае проводится общесистемная тренировка. Цель мероприятия – проверить взаимодействие всех технических и программных средств для ввода итогов голосования по избирательным участкам. Сегодня были задействованы автоматические системы всех территориальных комиссий города. Члены избиркома опробовали, как они взаимодействуют с автоматизированными комплексами обработки избирательных бюллетеней. Система КАИП уже успела себя зарекомендовать. Наиболее достоверный способ подсчета, потому что исключается человеческий фактор при подсчете, практически исключается вброс бюллетеней в КАИП. В общем, максимально, что можно было придумать на сегодня, это и есть. Всего в Сочи во время голосования будет задействовано 10 автоматизированных комплексов подсчета бюллетеней. Напомню, выборы главы курорта состоятся 14 сентября.